Афонь, всем, кто против носов бунтовал, можешь не начислять. Чтобы вы понимали, почему я РС-ку сделал на воскресенье, потому что некоторым людям хочу добить доступ, чтобы на следующее око, точнее, на око Гера у нас были еще пару дополнительных человек. То же самое хочу добить своей сове рестродруиду доступ. Чтобы если что, адмирал туда не пойдет. Если что, адмирал зайдет на моего рестродруида. Мне на пристат это надо закрыть. Саня будет бревном, да. Ну все эти моменты, кому надо, отдельно ко мне подходите и говорите. Чтобы я понимал. Я составлю список и примерно представлю, кому что я смогу. Как раз у вас времени есть до вас. А одно на око Гер есть уже или нет? Нет еще. Ярости недостаточно. Ну, блядь, нам все равно предстоит ЗС-ку пройти. Хоть сегодня, хоть завтра. Сегодня ну, ЗС ты не ограничен. Если будет еще время оставаться. Можно джайна пройти. На части будем следующий рейд. Несколько боссов открываться. Что, у нас джайна где-то не убито? А что у ДВшников сегодня было? Чего? А народ, иди-ка с этого, со шкафа. Лёха, вчера сову поломали, я такие цифры давал, просто как... Вчера бонус Т5 работал просто вот, то есть он в книге заклинаний отображался. То есть можно цели не бить, вот так жать кнопочку, у меня макрос. Снимите мне ЕПшку за приход, я утром получал уже гречку. Греча, хорошо, сейчас, секундочку. Фоня, где Маша? Секундочку, я ее немножко занял. Буквально 30 секунд. Сейчас она... Я пока с Гречей разберусь. Так, рыбу поставил, если... Вена, что за огр? Зато не сова. Вена, ты в депрессии, что ты сегодня рестродруид? Ну вот, смотри, сразу какой страшный стал. Все здесь уже. А Мирка не сумолится в каше. Кира здесь. Угу. Здесь. Да, здесь. В Мольтаве просто был. Макс. Да, Дим.
Если не сложно, если я понадоблюсь, это зайди в БГ-канал, кликни меня, ладно? Да не вопрос, без проблем. Все. Все, все готовы, лайк. Каски нет. Давал. Да, кстати, касок нет. На кислороде. Спасибо. Первый раз не подключитесь. Яру сразу поехали. Стоит далеко, я его не достаю. Тут ближе. На пульсе только. Кто ебаный лёд включил? Или уже не откидывает? Или что происходит? Быстро трэш ставит. Заочно. Больше полбоя, но Норглета не достаю просто вообще. Депс. На перепрыгну тоже Норглет. Ой, Норглет ударил прям. Да ладно, этих двух можете не трогать, добейте. Видео. Лёха, держи Енор. Тебя не бил. Бейте босса. РДД, отойдите отсюда. МТ, отойди. Трэш будет. Смоб пропал. Вот до слабо спрыгнул. Кисло тебе нормально? Нормально. Кислое чего делает? Это отцепись от него. Давай, кислый звездопадник и вперед. Добивайте.
этот, сразу почистите там с левой или с правой стороны трэш, чтобы, блядь, больше мест. Показывает практика. Серега! Я выплыть не смог, просто под эту занырнул. Ты по какой трэш? Про нас? Мозер прикольный огр, да? Про нас. Слева или справа? Тут мы их не трогаем. Больше. Все равно чистим обратно. Спокойно. Ребят, давайте нахуй реально зачистим. Если будет ребут после убийства боссов, они просто пропадут. Не, я просто про то, чтобы обычно вот этот первый, он хуёвый. Сейчас прошли нормально. Идет хрен справа. Надо его тоже. Жуй. Не надо. Совиный огр. Ногу согрели. Это нормальный, да? Да, ген нашего бежит. Thank you.
такое ощущение, я на что в этой херне меньше урона. Ты посмотри, какой он большой, потому что и жирный. У тебя вон даже дубинка выросла, видишь, в руке? Типа щит такой же, а дубинка вырос. Ебать, а чё он? Всегда так яд накидывал? А там щит просто он диспелится был. Подиспелься ещё? Магов нету. Ой, большой зашёл! Сзади! Надеемся, что... Плохой поди, нормально, да? Нормально. Просто ни разу, значит, постоянно диспелили. Просто... Обычно я впереди бегу. И не в мили-зону. Что не налево, не понял. Ты налево не ходи. Yeah.
привести всех? Угу. Я бы лучше не вез. Не, ну за 9. Ген, линканим роту эту итемку? Какую? Ну, которую в огра превращает. Это же в инсте делается, да, по-моему? Да. В западном городе. Нет, а там еще другая, по-моему, есть, которая наподобие, знаете чего? Ее, короче, прожимаешь, как это? Но я про другую не знаю. Боялся. Так, ставлю рыбу. Пока что я вижу, что ты идешь сзади меня в огре. По рыбу. Я пока не могу использовать эту способность. Кстати, когда это, Лёха, у тебя получается Митриос, ну, типа, сложенный, он маленький, если ты его в руку возьмешь, он сразу больше, типа, станет. Чё я сейчас сказал? Ну вот посмотри сейчас на его огры, типа, видишь Митриос, какой маленький? В руке больше становится. Так, в руке больше, да, становится. Вот возьми в руку. Митриос в руке больше становится? А, вы про допор, я понял. Он просто возбуждается. Полина готова? Все готовы? Сопроты пить нет. Зачем? Мало ли. Вихря только. Сад. Я тоже куплю с таким демоны. Давай. Ген.
Ага. Чё сейчас с ним будет? Милики, кто-нибудь почувствовал разницу, то что раги больше или энергия больше весает? Я почувствовал. Но ты не мог почувствовать. На самом странно, но энергии было больше. У меня, кстати, духа прибавилось, персонаж почему-то. Антея, тебе надо? Сейчас просто ради эксперимента по кругу миликов хотел. А тебе что, 10? Девка. У тебя-то 10? Сейчас, да. А чё? Ты на меликов кидаешь, она перескакивает на меня. Так что можно. Нет, у меня 2 куста. Нет, а тебя тоже хотел, но в приоритете просто всех мин. Это тебе надо, знаешь, на ком? На друиде, на роге проверять, потому что варм бесполезно кидать. Тут ох, плохой, если ох, что. Ой, плохой. Бежим. Скажешь, Лёш, как разролишь все. Второй еще вылем. Ё-моё, первая в моей жизни ТП. Кажется, или урон. Да за что? Их там двое. То есть вы решили, что двух хуёвых нормально будет привезти? Это не я второго. Честно, не понял. Не, ну скоро ХМ выйдет, мы тренируемся, Лёш. Маша, проходи вперед. Шел рез. Смотри, сейчас восполненную энергию. Ход самый везучий. Ему 400 нарегенилось. Оранж. Читак. Там Маша работает. Не, Монород, я чисто от тебя смотрел, сколько кому нарегенилось. Чё там, одного убили? Да, вроде. Одного, да. Чё ты изменил? Народ, иди, не бегай. Где чё?
Нормально или? Афон, ты тоже заметил цвет? То зеленый, то синий. Да забейте, это визуальный баг у них. Зеленый, чем? Между прочим, выглядит лучше. Да шем, короче, кастерский, то зеленый, то синий. Серьезно? Да. Он задолбал, он меняет. После каждой смерти, после ревога. Он меняется, а в лучшую то или в худшую сторону? И постоянно приходится менять трансмодификацию. Да. Давайте. Бедные совы. Чё, как у вас тут? Прибегусь, можно? А чё вы там стоите? Всё, как бы, кончилось? Так мы не видим. Точно кончилось? Ну, вроде да. Я пробежал. И новый. Я там грибы жрёт, по-моему. Ну, побежал. Ладно. Пол рейда упало, но ничего, да? Ещё один. Охуёво. Вот теперь хуёво. Я сейчас проведу сразу, как только перестанет кастовать. Нас наебали, расходимся. Угу, немножко двигайтесь, ребят, вперед. Не хочу отсюда уходить. Надо. Нам и здесь неплохо стоится, да? А вы выходите. Полина полетела. Почти добили. Второй же вроде нормально. Второй, да. Второй вроде, да, вот только вообще сбьете именно нормального. Ты бы еще завтра сказал. Да пофиг, добивай. Там что-нибудь, пожалуйста. Ну, ход, говорю же, я ради эксперимента просто КД кидал, ну, держал ход на миле. Здорово всем. Привет. На великане будет посмотреть, там, по идее, вообще кончаться не должно. Есть место или, может, кто хочет уступить? Тебе на каких боссах? Ради бога. Так, на каких боссах? Тут уступить, типа, целый рейд готов. Тебе проще сказать, на каких боссах? Полетите, давайте. Блядь, еще и нассали, ну Фон, я спасаю тебя. Спасибо. Ну, что за туда с ядом, ну алло. Резать. Маша сдохла, надо резать. Че так? Поставите потом живца после трэша, пожалуйста. На Вайшуту. Ну вообще могу на всех, кого надо сходить. Чем мы пока трэш бьем. Сейчас
Синистр. Ну сейчас пройдет. Лодиком прибыл. Давай сразу еще. Почему-то совсем не падает Воронич. Лен, ну недавно тут не падает. Лев, давай еще. А, где бы я перейдем с этой? Все, поехали.